У нас с начала пандемии всего 4223 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки 45 новых случаев. Из них 34 по городу Якутску, 5 Мегано-Кангаласский район, 4 в Хангаласском и по одному случаю в Нерюнгринском и Ванабарском районах. У нас 34 человека находится в тяжелом состоянии в реанимационных палатах, из них 8 на аппаратах искусственной вентиляции легких. За их жизнь борются наши врачи. При этом хочу сказать, что за последние сутки у нас выписано из больниц 179 пациентов после полного выздоровления. Это лучший показатель за все время пандемии. Если сейчас посмотреть в целом по основным показателям заболеваемости, то у нас коэффициент распространения инфекции сократился до 0,7, должен быть 0,8 для того, чтобы снимать ограничения. Также у нас количество свободных коек больше 50% свободных. И также у нас количество тестирования остается одним из лучших в стране, более 330 на 100 тысяч населения. Это все позволило нам сейчас внести предложение в Роспотребнадзор. В Якутске Роспотребнадзор здесь поддержал. Сейчас мы ждем решения федеральной службы уже, центрального аппарата по нашей заявке. Если эта наша заявка будет удовлетворена, мы на это надеемся, то со 2 июля у нас ряд ограничений по республике будет сниматься. Хочу сказать, какие это будут ограничения сниматься. Во-первых, будет сниматься режим полной самоизоляции для граждан в тех районах, где он действует, кроме лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Для всех остальных режим полной самоизоляции будет снят. Единственное исключение, два у нас населенных пункта в республике, это поселки Удачный и Айхал в Мирнинском районе, где ограничения остаются по самоизоляции, в том числе для в этих поселках остаются ограничения для лиц, прилетающих из других регионов страны и из города Якутска еще на 2 недели. Остальные, для всех остальных населенных пунктов республики, ограничения вот для приезжающих, которые у нас действовали, они снимаются, кроме для вахтовых рабочих и сезонных рабочих, для которых обязательная самоизоляция должна быть обеспечена работодателями. Далее у нас возобновится работа торговых центров без работы на их территориях фудкортов и игровых зон. Также будет разрешена деятельность летних кафе, разрешена деятельность библиотек и музеев, а также туристических баз и баз отдыха. При соблюдении санитарно-эпидемических мер всех требований будет разрешена также работа и пляжей организованных. Далее мы будем снимать ограничения со 2 июля в части ограничения работы перевозок пассажиров разными видами транспорта между улусами и внутри улусов. Это касается работы легкового такси, работы пассажирского автобусного сообщения, а также перевозки пассажиров водными судами, в том числе паромами, маломерными уже судами. Это все у нас в случае, еще раз говорю, получения разрешения Роспотребнадзора Московского, Федеральной службы. Эти все решения будут у нас в жизнь внедряться со 2 июля. При дальнейшем улучшении ситуации мы считаем, что дальнейшее снятие ограничений, третий, как называемый третий этап, он у нас возможен, начиная с 15 июля.